Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Мы с вами с новым анализом нашей серии. После того, что сказала Мельми в Теоглу, ускорится ли сближение между Эмиром и Эфсун? Заставит ли алиби Чапчи поцеловать Эфсун и Эмира уйти? Начнется ли сближение госпожи Первин и Эфсун? Все это и многое другое в нашем видео. Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, прежде чем мы перейдем к нашему видео. Когда Эфсун нашла способ и убедила Эмира прийти в клинику, хаос в клинике немного улучшился. Однако тот факт, что Эмир не брал пациентов на операцию, вновь поставил Эфсун в затруднительное положение. После усилий Эфсун умеренный подход Эмира все исправит в клинике. Однако, когда мать Эфсун, Первин Ханем, вернулась в клинику, возникла путаница. И Эфсун, и Эмир очень удивлены, особенно когда первое действие Первин Ханем – отвезти алиби Чапчи в клинику. Эфсун, с другой стороны, еще больше разозлилась на свою мать, поскольку она думала, что выяснится, что она знала алиби Чапчи раньше. Однако был важный вопрос, о котором он не знал. Хотя целью Первина Ханеме было прославить клинику вместе с алиби Чапчи, с другой стороны, это должно было вызвать интерес Эмира к Эфсун. Эмир, которому не нравился диалог алиби Чапчи с людьми после того, как он поселился в клинике, также очень разозлился, когда узнал, что алиби Чапчи воспользуется операционной. В частности, отказ Эмельми в Теоглу сделать операцию очень разозлил Эфсун и Эмира. Когда Эмир и Эфсун впоследствии встречались с Эмельми в Теоглу, то, что сказал Эмельми в Теоглу, очень сильно повлияло на них обоих. Ревность Эмира к Эфсуну будет усиливаться день ото дня, когда Первин Ханем также говорит Эфсуну, чтобы он больше интересовался алиби Чапчи. Однако самым важным моментом является то, что когда алиби Чапчи разговаривает с Эфсун, внезапное объятие и поцелуй Эфсун сломит все сопротивления Эмира. Хотя Эфсун не хочет этого, Эмир, ставший свидетелем этой ситуации, заставит его пересмотреть свое пребывание в клинике. По мере того, как Эмир постепенно начинает проявлять интерес к Эфсун, наблюдение за поцелуями Эфсун и алиби Чапчи откроет две возможности. Первый может разозлиться на Эфсун и ускорить процесс выхода из клиники. Второй не захочет оставить Эфсун алиби Чапчи, и между ними начнется война за Эфсун. Посмотрим вместе, как Эмир выйдет из этой непростой ситуации. Однако вторым человеком в сложной ситуации здесь будет Эфсун. Столкнувшись с нежелательной ситуацией, Эфсун приложит огромное усилие, чтобы объясниться. Ему предстоит пройти очень тяжелое испытание против Эмира. Ведь будет непросто объяснить, что алиби Чапчи совершил поцелуй насильно. Эмир сначала не скажет Эфсун, что видел, что произошло. Однако Эфсун окажется в очень сложной ситуации, когда скажет, что видел, как они целовались с Эмиром Али. Если он расскажет, что встречался с Эфсуном Али раньше, выяснится, что он хирург. Вот почему он не найдет способа рассказать Эмиру о том, что произошло между ним и Али. Он скажет, что целоваться с Али сложно, сказав, что Али пьян. Хотя процесс, кажется, заставляет Эмира остаться в клинике, позиция Эфсун будет эффективной при уходе Эмира. Уважаемые подписчики, вы можете поделиться своим мнением о нашем сериале в разделе комментариев. Мы подошли к концу нашего видео. Увидимся в других видео. Будьте осторожны. До свидания.